А в Златоусте обсуждают масштабный флешмоб. 2000 выпускников там танцевали школьный вальс. Кружащиеся пары растянулись почти на километр. Подробности у Павла Зорина. Простились со школой, танцуя. На главной площади Златоуста выпускники устроили танцевальное шоу. Ученики из разных школ города синхронно кружатся в вальсе и срывают овации у мам, пап и учителей. Масштабный флешмоб «Школьный вальс» проходит в Златоусте. Участвуют в нем 2000 выпускников школ. Воплотить идею в жизнь выпускникам помогли хореографы, учителя и компания «Интерсвязь». Чтобы так синхронно двигаться, школьникам пришлось репетировать как профессиональным артистам. Каждый день, каждый вечер, после уроков, на перемене и в любом месте, где придется. Но больше всего постарались, конечно, сами школьники, выпускники Златоуста. Они самостоятельно организовывали, проводили репетиции в своих школах, участвовали в репетициях здесь, на площади перед зданием администрации. И хочу верить, что будет сегодня положена новая традиция проводить каждую весну в Златоусте праздник «Школьный вальс». По задумке организаторов, «Школьный вальс» — это символ круговорота событий, который захватит выпускников после окончания школы. Одним вальсом выпускники не ограничиваются, а удивляют родителей и учителей, танцуют еще. Еще вальс, кадриль, полонез. Последний звонок. Для меня это новый этап жизни. Кончается одна глава, начинается другая. И это очень необычное чувство. Я рад, что я выпускаюсь и желаю удачи всем выпускникам. Превзошли все наши ожидания, все было очень классно. И, как говорят учителя, которые смотрели, все было просто супер. А после ученики проходят по аллее выпускников. Фото всех 11-классники разместили на стендах. Инициатором идеи стала компания «Интерсвязь», подарив ученикам заряд энергии перед сложными экзаменами. Павел Зорин, Полина Кирсанова, Маргарита Хижняк, ОТВ.